Одна я с таким большим заказом просто не справлюсь. Почему бы вам не усмирить свою гордость и не обратиться за помощью к Йорлунду Серой Гриве? Склонюсь перед Ульфриком Буревестником. Да и не станет Серая Грива ковать мечи для Легиона. Будь по-твоему, я возьму заказ, но не жди от меня чуда. С разбойниками я еще могу справиться. Но теперь вон о драконы объявили. Нужны припасы? Сходи в лавку к Пелитору. Он скользкий тип. Глотнуть бы сейчас доброго мёда. Сразу стало бы теплее. Что за бесцеремонность? Ярл Балгру? Ну тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. И кто же это? Так значит, ты свидетель нападения на Хелген. И там действительно был дракон. Во имя Исмира. Айрилет была права. Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды, даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон жжет мои владения и убивает моих людей. Арилет. Немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное... твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ей все подробности. Так ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он, должно быть, имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая может быть... Ты хочешь от... Я... Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего... драконий камень из храма Ветреного Пика. Он у тебя... Поговори об этом с...
Арингар. Варенгар, ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Ты там тоже понадобишься. Дракон? Поразительно. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю. Ты из новых слуг? Не сейчас. Я люблю мясо с кровью. Пошли. Бред. В этой дыре даже нормального рулета не достать. Итак, Айрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Да, мой господин. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. А, ну да. Он летел с юга, очень быстро. Отец говорит, никогда я пока не видел, чтобы кто-то двигался. Так что дерусь на кулаках. Так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется за мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни немного. Ты это заслужил. Айрилет, собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Я прошу тебя пойти с Айрилет и помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелген, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение о Виниче. И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Мне бы тоже стоило пойти. Я очень хочу посмотреть на этого дракона. Нет. Вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не я обойтись. Я тебя найду в стражевой башне, как когда остальные соберутся. Так точно. Я знаю, что ты помогаешь Ярлу. Вот бы все гости Вайтрана были столь же благородны. Удачи. Надеюсь, ты успеешь вовремя. Как ты себя чувствуешь? У тебя какая жалость. Это Златолист. Его посадили еще на заре существования Вайтрана. Последователи Кинарет ощущали его святость и... Конечно, сейчас паломников куда меньше. Огромное мертвое дерево – не самое вдохновенное. Кинарет – дарительница жизни. Я думала об... Думаю, но даже если ты доберешься до великого древа, тебе не пробить его кору. Обычный металл. Великая... Тебе придется сходить к ларжьям. Я слыхал, оно называется крапивник. Твой дух силен. Это оружие хранится в логове ворожей у одинокой скалы. Проверь возле пяток ярла. На зиму их обычно лижет в это время суток. Все мужики одинаковые. Ими, что в Хаммерфелле. В голове одна война да политика. А к женщинам относится. Угрожает нашим домам.
Сможете ли вы называть себя нордами, если сбежите от чудовища? Или вы оставите меня с ним один на один? Не всем конец! Но сейчас на кону не только наша честь. Только подумайте, это первый дракон, который появился в Скайриме за много веков. Убив его, мы прославимся. Если вы со мной, конечно. Так что скажете? Пойдем и убьем дракона? Да. Так точно! Тогда вперед! Хочешь поговорить со старой женщиной? Сделать свою дух? Пошли. Мы должны добраться до западной сторожевой башни, пока не поздно. Никаких признаков дракона поблизости, но он явно здесь был. Да, похоже, дело скверное, но мы должны выяснить, что произошло, и не затаился ли этот дракон где-то поблизости. Разойдитесь и ищите уцелевших. Нужно понять, с чем мы имеем дело. Назад. Он до сих пор где-то здесь. Он схватил Хроки и Тора, когда они просили сбежать. Кинорет. Вон он возвращается. Вот он! Все в укрытие! И не тратьте стрелы попусту!
просто не могу поверить. Ты Довокин. В самых древних сказаниях о временах, когда в Скайриме еще... Это и произошло, не так ли? Тебе удалось поглотить силу. Есть только один способ проверить. Попробуй крикнуть. Сказания говорят, что только драконы рожденные могут кричать без предупреждения. Что еще такое? Обучение. Как и драконы, ведь точно. Один рассказывает про Довокинов. Это же крик! Это как те, кто рождается с кровью драконов и живых, как сам Тайбер Септим. Что-то не припомню, чтобы Тайбер Септим убивал драконов. Не было тогда никаких драконов без Наванч. Они только сейчас появились в первый раз за целую вечность. Но в древних легендах говорится о Довокинах. Смертных, которые могли убивать драконов и красть их силу. Наверное, это про тебя. Что скажешь, Арилет? Ты что-то совсем притихла. Давай, Арилет, скажи нам, ты веришь в эти сказки про Довокина? Thank you.
Подобное. Дурное у меня предчувствие.
Если знаешь кого-то из истинных сыновей и дочерей Скайри, скажи им. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Тебя это не касается. Слушайте, вам уже говорили, сюда нельзя. Разворачивайтесь и идите, откуда пришли. Мы не причиняем никаких хлопот. Мы только хотим найти ее. Ваши дела меня не волнуют. Просто то, что случилось, надо быть, что я вас не расстрою. Проваливайте. Мы вернемся. Мы это так не оставим. Ветер холодный. Заморозки посевы побьют. Вот как чувствую. Ты в порядке, дорогуша? Вид у тебя не слишком здоровый. В Скайриме нет кузнеца лучше моего Йормунда. Отдавай свои права. Ну что, тебе удалось добыть крапивника у проклятых ворожей? Благословят тебя боги. О, я... А теперь я не хочу брать эту гадость в руки.
Святилище Великого Древа находится к вас. С помощью крапивника ты сможешь добыть немного древесного сока. Сок Великого Древа у тебя? Я правильно понял, что ты направляешься в рощу Великого Древа? Я путник, паломник. Я следую зову Кинарет везде, где он слышен. Я много лет мечтал увидеть Великое Древо. Могу ли я пойти с тобой? Обещаю тебе не мешать. Ах, жар, все горит. Я понимаю, есть пути, по которым не пройдешь иначе, как в одиночку. Если передумаешь, я буду здесь. Как же плохо. Еле выношу. Что с тобой, Алем? Ты сама не своя? Что ж, друг, пойдем? Ладно. Спасибо тебе за доброту. Пропасть между нами все шире. Он весь поглощен. Я тебя прикрою. Веди. Ох, милая, какая разница? Твой муж просто неотесанная деревенщина. А вот тому, что ты делаешь здесь, со мной, цены нет. И жители Вайтрана знают, чем тебе обязаны. Ну и это еще не все. Назим только и думает, что об этой гражданской войне. Тетенька, монетки не найдется. Умни, рожденного севером, даровавшим мне дыхание нескончаемое. Отлично! Вот и ты, наконец! Ярл тебя уже ждет! Что произошло у башни? Там был дракон? Я знал, что могу рассчитывать на Эриль. Драконорожденный? Давакин? Значит, это правда. Ситоборон. Мастера пути голоса. Они живут в уединении. Говорят, что драконорожденный. Если ты ты слышал призыв. Что еще это могло означать? Ситобородые. Ты помнишь тот ужасный грохот по дороге в Вайтран? Это был голос Седобородых, что призывал тебя на высоких Хродгар. Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Последний раз призыв получил сам Тайпер Септим, еще в бытность свою Талосом Атморским. Хронгар, успокойся! Какое отношение ваши нордские бредни имеют к современности? Наша подруга, конечно, молодец, но она определенно не какой-то там... дураки! Нордские бредни? Ах ты надутый невежа! Да это же наши священные традиции! Мы блюдем их со дня основания Первой Империи! Хронгар, не будь так суров, Савиничи! Простите, не хотел никого обидеть! Но что им от нее нужно, этим седобородым? Это дело седобородых, не наше. Что бы ни произошло во время убийства дракона, тебе что-то открылось, и седобородые это услышали. Если они считают, что ты Давакин, кто мы такие, чтобы с этим спорить? А ты немедленно отправляйся на высокий Хродгар. Когда седобородые зовут, медлить не принято. Это огромная честь. Знаешь, я тебе завидую. Вновь подняться на 7000 шагов. Однажды я совершил туда паломничество. Высокий Хродгар... очень мирное место, очень свободное от всех треволнений этого мира. Удивительно, что седобородые вообще замечают, что тут внизу творится. Раньше им до нас дела не было. Неважно. Отправляйся на высокий Хродгар. Узнай, что поведают тебе седобородые. Давакин, твою помощь не забудет мой город. И не забуду я. По праву Ярла, я нарекаю тебя Таном Вайтрана. Это величайшая честь, которую я могу тебе даровать. Я назначаю Лидию твоим личным хускарлом, а это оружие из моей оружейной будет символом твоего звания. Я также сообщу страже о твоем новом титуле.
Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из черни, верно? Мы рады видеть тебя среди танов нашего города, Довакин. За работу, Провентус. Нам надо защищать город. Да, мой господин. Отец говорит, я пока мал для меча, так что... Ярл назначил меня твоим хускарлом. Ярл признал, что ты имеешь особую ценность для... Титул Тана — это почетный дар за твою службу. И если скажешь страже, кем ты являешься, они могут закрыть глаза на некоторые вещи. Для меня честь снова видеть тебя, Тан. Как же давно я не ела лунного сахара. Уже и не помню его вкус. Ты знаешь, что наш запас ограничен.
Идиоты всем берутся! Возьми это и храни у себя. Я потом вернусь и заберу. И хорошо тебе заплачу. Не потеряй. Мне не до разговоров. Вздумаешь вилять или хитрить, я тебя прикончу. Я серьезно. Мимо никто не пробегал. Отлично, спасибо. Мерзавец меня обокрал, но я его поймаю.
Ищешь работу? Нам в шахте пригодятся лишние руки. Приноси мне весь корунд, какой добудешь. Раньше Аннике помогала мне в шахте, но сейчас ее что-то занесло.
любимая, ты не видела мою кирку? Она в южном конце, у груды камней. Ну вот, и от тебя бывает польза. А ты не вредничай. Вернер, зря ты не пошел со мной вчера. Я нашла удивительное дерево. Растет прямо из пещеры. А я нашел залежи янтаря. И было бы здорово, если бы мне кто-то помог его добыть. Раньше тебе нравилось искать новые места? Не нравится. Только я люблю, чтобы дома меня ждала еда. Никогда тебя раньше не видела. Ты тоже на шахте работаешь?
ты себя чувствуешь? У тебя совсем больной вид. Не хочешь чаще бывать в городе? Нет. Вокруг еще столько интересного. Наверное, нужно чаще с тобой ходить. Давай. Я по тебе скучаю. Вернер, зря ты не пошел со мной вчера. Я нашла удивительное дерево. Растет прямо из пещеры. А я нашел залежи янтаря. И было бы здорово, если бы мне кто-то помог его добыть. Раньше тебе нравилось искать новые места? И нравится. Только я люблю, чтобы дома меня ждала еда. Раньше Аннике помогала мне в шахте. Ну, а сейчас ее что-то занесло.
любимая, ты не видела мою кирку? Она в южном конце, у груды камней. Ну вот, и от тебя бывает польза. А ты не вредничай. Сондас, а правду говорят про Моровин? Да. Что именно? Что там все черное, и никто там жить не хочет больше. Поверю тебе на слово, дорогая.
Раньше Аннике помогала мне в шахте, но сейчас ее что-то занесло. Thank you.
Сондас, а правду говорят про Моровинд? Да. Что именно? Что там все черное, и никто там жить не хочет больше. Поверю тебе на слово, дорогая. Thank you.
Что именно? Что там все черное, и никто там жить не хочет больше. Поверю тебе на слово, дорогая. Сондас, а правду говорят про Моровинд? Да. Что именно? Что там все черное, и никто там жить не хочет больше. Поверю тебе на слово, дорогая.
раньше Аннике помогала мне в шахте. Но сейчас ее что-то занесло. Любимая, ты не видела мою кирку? Она в южном конце, у груды камней. Ну вот, и от тебя бывает польза. А ты не вредничай.
Как ты себя чувствуешь? У тебя совсем больной вид.
он думает, что мы... Слышать не хочу больше о том, что тебе наболтал этот эльф. Пора бы тебе понять, что ты из нордов. Ну, мамочка... Он неплохой фермер. Пусть лучше научит тебя обрабатывать землю. Он думает, что мы... Слышать не хочу больше о том, что тебе наболтал этот эльф. Пора бы тебе понять, что ты из нордов. Ну, мамочка... Он неплохой фермер. Пусть лучше научит тебя обрабатывать землю. Thank you.
Спасибо, что присматриваешь за Хрисой. Да не за что. Она умная девочка. Болтает без умолку, но это забавно. О, она от тебя просто в восторге. Ну, попробую быть для нее хорошим примером. Сондас, а правду говорят про Моровин? Да. Что именно?
что там все черное, и никто там жить не хочет больше. Поверю тебе на слово, дорогая. Амиран думает, что мы... Слышать не хочу больше о том, что тебе наболтал этот эльф. Пора бы тебе понять, что ты из нордов. Ну, мамочка. Он неплохой фермер. Пусть лучше научит тебя обрабатывать землю. Сондас, а правду говорят про Моравин? Да. Что именно? Что там все черное, и никто там жить не хочет больше. Поверю тебе на слово, дорогая. Сондас, Грифна с тобой не говорила о Мейране. Да она, считай, больше ни о чем и не говорит. Не нравится мне то, чему он ее учит. Я бы не волновался. Он добрый эльф. Я ему доверяю. Может, ты и прав. Амиран думает, что мы... Слышать не хочу больше о том, что тебе наболтал этот эльф. Пора бы тебе понять, что ты из нордов. Ну, мамочка. Он неплохой фермер. Пусть лучше научит тебя обрабатывать землю. Что мы... Слышать не хочу больше о том, что тебе наболтал этот эльф. Пора бы тебе понять, что ты из нордов. Ну, мамочка. Он неплохой фермер. Пусть лучше научит тебя обрабатывать землю.
южном конце, у груды камней. Ну вот, и от тебя бывает польза. А ты не вредничай. А Мейран думает, что мы... Слышать не хочу больше о том, что тебе наболтал этот эльф. Пора бы тебе понять, что ты из нордов. Ну, мамочка... Он неплохой фермер. Пусть лучше научит тебе обрабатывать землю. Любимая, ты не видел?